Вот это вот парадокс весны 18 года. Мы посеяли рано, как только смогли выйти в поле. Сеялка хорошая. И все равно местами не взошло. Я давал вам, успокаивал на сайте. Пойдут дожди, и она проснется. Потому что фацелия — это растение поверхностного натурального сея. Вот смотрите. И она, был маленький дождик в этом регионе, и она начала всходить. Вот это посев 5 апреля. Сегодня у нас 25 мая. И видите, уже она в стадии бутонизации. А вот там в уголочке, это падалица прошлого года. Падалица прошлого года. Ну и главное, видите, массив чистый, ни одного сорнячка. Значит, мы можем это сделать. И фацелия у нас будет прекрасная, несмотря на засуху. Добрый час.